В рейтинге по скорости мобильного интернета за октябрь текущего года, по данным SpeedTest Global Index, Таджикистан занял последнее место в мире. Заняв 124-ю позицию рейтинга, Таджикистан пропустил вперед такие страны, как Афганистан, Ирак, Алжир, Венесуэлу и Гану. Узбекистан занял 110 место. Киргизия расположилась на 94 строчке. Лучший же мобильный интернет среди стран Центральной Азии оказался у Казахстана, 74 место. Он сумел обойти даже Россию, у которой 80 позиция. По данным январского отчета о маркетинговых агентств UR Social и Hood о глобальном цифровом пространстве в Таджикистане доступом к интернету обладают 33% населения. В Центральной Азии ниже показатели только у Туркмении 18%. – 18%. Отметим, что власти Таджикистана часто блокируют доступ к популярным соцсетям и независимым новостным сайтам. Последний такой инцидент произошел 6 ноября, когда после митинга протеста в Хароге пользователи не могли зайти на эти ресурсы даже с помощью анонимайзеров. Накануне запуска в первой очереди Арагонской ГЭС доступ к интернету вернули. По информации местных СМИ это было сделано, чтобы обеспечить широкое освещение запуска гидроэлектростанции. Наблюдатель отмечает, что скорость интернет-трафика заведомо занижается властями в целях обеспечить себя оправданием в случае необходимости блокировки неугодных интернет-ресурсов. Мол, мы здесь не причем все претензии к провайдерам.